Дорогие мои, хочу обратить ваше внимание на, в принципе, реалистичность, правдивость информации и источников. Начну с того, что я вам скажу, вполне законным в нашей локальной вселенной эоны лет было и необходимым было включение в очень серьезные источники информации, учебники человечества, такие как Библия, Коран и многие-многие там Тора, и многие-многие другие, вот эти все гитты и прочие трактаты, вплетено и включено тьмой не менее 30% лжи. Я говорю не менее. То есть 30% лжи там законно находятся. Ну, вы понимаете, как действовала тьма все это время, когда был предрассвет, рассвет и сейчас. Сейчас просто стало больше законных прав у сил света, но тьма-то, вы понимаете, она потому и тьма, что она всегда нарушала все мыслимые и немыслимые законы, там, где ей это позволялось. Поэтому, беря в руки такой серьезный документ или труд, как Коран, как какой-нибудь тибетский манускрипт, будьте уверены, что не все там является правдой. Вот. И именно поэтому моими любимыми темами для видео являются либо ответы на вопросы, либо я слышу много невежества и псевдознаний на эту тему, и я высказываюсь в так называемых рубриках «Бред сивой кобылы» или «Бред собачий». Вот, я очень люблю их. Не потому что вы там, это все невежество, это вся ложь, эти все псевдознания так страшно коснулись моей души. Я разбираюсь, где фальшь, где ложь, где истинное знание, а где фейк, очень легко. И, в принципе, на уровне любой души это не трогает никого. Я понимаю необходимость этих процессов, я понимаю, что именно таким образом кристаллизуется ваше ясновидение, яснознание, ясночувствование, вас подталкивают открыть свои сердца и читать сердцем, дабы быть точными, а на определенном уровне точность слов, формулировок, запятых, пробелов архи важны для вас, для тех, кто это произносит. Это очень важно. Чем ближе вы соответствуете истине, тем спокойнее, свободнее, радостнее, легче, гармоничнее вы продвигаетесь по пути к самому к себе, расширению своего сознания. И поэтому это не потому, что меня от этого колбасит, а это потому, что я бросаю вам спасательный круг. Я подсказываю. И те, кто имеют уши, сердцем слышат меня, они благодарят меня. Эти видео не носят атакующий характер. Это справочная информация. Это справочная информация, прошедшая фильтр мастера Овен Стефан. Да, и у меня в публикациях я нахожу иногда описки. Такие штуки, особенно когда с телефона редактор вмешивается. Да, простите меня. Мне очень, не то чтобы стыдно, я понимаю, что этого не должно быть. Я стараюсь следить за запятыми. Вот. Поэтому, дорогие мои, обращайте внимание на мою любимую рубрику «Бред сивой кобылы». И если ваша корона вздрагивает, ну, значит, это коснулось и вас. Если ваша гордыня беснуется, если вам некомфортно, значит, я обращался прямо к вам. Я никогда, когда пишу ролики, если это не ответы на массовые вопросы, на единичные вопросы я отвечаю в личку. Когда их накапливается множество на одну тему, тогда я о них говорю в видео. Так вот, я никогда не обращаюсь ни к кому персонально. Но очень многие говорят о том, что именно очень вовремя попал этот ролик в поле их зрения и очень сильно помог и своевременно.
что ощущение того, что я пишу именно об этом человеке. И таких десятки и сотни высказываний. И я рад этому. Не обращаясь персонально никому, я все же нахожу срез, которому эти слова, эти обращения, эти энергии полезны. Поэтому, дорогие мои, мы все здесь пришли учиться. Кому не, мы все учились понемногу. И как-нибудь. Поэтому, дорогие мои, я вас очень люблю. Я, конечно, понимаю, что каждый будет наступать на свои грабли до тех пор, пока не набьет огромную шишку. Сам такой. Вот. Но все же, вы знаете, я бы очень хотел, чтобы мои дети, мои ученики, мои близкие все же обращали внимание и на те грабли, на которые наступил кто-то рядом, дабы обойти их. Но каждый волен выбирать по себе. И можно обложиться граблями и наступать на них по очереди. А можно их элегантно обойти. Чего я вам всем от всей души желаю. Поэтому тому, кому полезно, ловите следующие мои спасательные круги. С любовью, ваш искренне Овен Стефан.